Участковые провели рейд на улице Макаренко. При силовой поддержке Росгвардии полицейские проверили частный сектор, где могут временно проживать трудовые мигранты. 72 иностранца доставили в пункт полиции для дальнейшего разбирательства. Свыше 400 граммов запрещенных веществ изъяли у 34-летнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа. Наркотики были обнаружены в бардачке его автомобиля BMW. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. В Сочи мотоциклист влетел в такси. По словам очевидцев, водитель мотоцикла на высокой скорости въехал в заднюю часть автомобиля Kia. В результате ДТП водитель двухколесного транспорта был госпитализирован в больницу. Образовалась пробка, сотрудники госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах произошедшего. Жительница Сочи за денежное вознаграждение эффективно трудоустроила 4 мигрантов в Адлере. Возбуждено уголовное дело, женщине грозит до 5 лет лишения свободы. Авария произошла на трассе Джубга-Сочи. По словам очевидцев, водитель «Лады» съехал с дороги на обочину, где столкнулся с велосипедом. Водителю двухколесного транспорта потребовалась помощь медиков.